Всем привет! Сегодня хочу поделиться лайфхаком. Вот достала кроксы свои и увидела, что их нужно почистить. Параллельно очистила ванну этим средством. Уже я как-то показывала, что я еще чищу этим средством для акриловых ванн. Оно очень классное. Побрызгав тапочки, нужно протереть. И смотрите, какая колоссальная разница. Левый тапок, видите? Вообще очень классно почистился. Так нужно проделать с двумя тапочками, соответственно, и вуаля, у вас практически новые кроксы. Ну, не считая морщинок. В описании оставлю ссылочку, что я еще протираю этим средством. Очень классное, советую. Всем пока!